Всем привет, друзья мои! Пушка приехала! Вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! Пока-пока! Сегодня на ужин я решила приготовить вот такой вот плов. Я его уже второй раз готовлю. Меня научила этому рецепту Настя. И решила сегодня повозиться для мужа, для себя. Тут все время на улице кушаем, так дело не пойдет. Салатик, вот гигосик, айранчик сделала. Приятного нам аппетита, Ашка. Приятного аппетита, афиетолсу. Дома сегодня сделали себе выходной после моря. Никуда не хочется идти. Соседи. О, и там продают, и там. Две квартиры с этой стороны. Сегодня тоже вот с этой стороны вывозили вещи. Не знаю, наверное, тоже. И там напротив продаются квартиры. В общем, приезжайте в Мерсин, тут очень много квартир. Ждут вас, мои хорошие. Всем привет, друзья мои. У меня сегодня очень хорошее настроение. Два дня я пребывала... в печали, не то что в печали, боролась с собой, потому что мой сын был в дороге, потом расскажу вам вечером, когда вернусь, сейчас меня Настя ждет, мы идем навстречу, если что-нибудь будет интересно, я вам покажу, конечно, вот у меня испортился утюг, там новый утюг такой хороший испортился, и так как у меня нету глаженных вещей, очень все перестиранные, мне пришлось одеть то, что было. Смотрите, не переключайтесь. Удачного мне дня. Конечно, не надо забывать про дули. Как мне везет вообще в жизни. Пришла на бизнес-встречу, а попала на шашлык, на мангал. Вот мы здесь мы сидим, а там вот народ готовит для нас, заботится. Вот уже скоро миском запахло. Детки помыли нам зал, видите? Все на готовое пришли. Смотрят на меня. Там... Наверное, нас на шашлык сам на мангал посадят и пожарят меня особенно. Мы находимся, где находимся мы, где Лилипарисы начинаются подальше чуть-чуть. Курорт очень красивая, Сите тоже, бассейн. Ну, естественно, бассейн сейчас, друзья мои, не функционирует из-за пандемии. Из-за этой пандемии посылку не могу отправить в Батуми. Знаешь, что сегодня мне сказали, вот муж ходил и каргу, попросили чеки на все товары и сказали за 3-4 кило 500-600 лир. Ладно с этими деньгами, но где мы возьмем чеки, которые я выбросила 3 дня назад в мусорку? Вот причины ищут. Я в негодовании и продолжаю злиться. Все, друзья мои, и пошла я работать. Мы едем в далекие края. Так нас и не покормили. Эти женщины смотрели на нас под лобби. Особенно на меня, наверное, что я такая раскрытая чересчур. Зеваю, я говорю, как я дулю не забыла скрутить. Сглазили меня точно. Погода у нас замечательная. Наверное, незамечательная в Мерсине нету в летний период. Уже не так жарко. Да, уже не так жарко и уже нету влажности. Угу. Какой-то момент, полтора месяца, наверное. Угу. Эркан когда едет на Кипр? Вообще еще неизвестно, ничего не это. Там как положение сторон? Говорят, что 21 сентября начинается. Там нету, вируса нет там. Нету, да? Мы посмотрим, разрешат. Говорят, что как те люди, которые с Европы, будут учиться на отдаленке, а которые из Турции могут приехать на Кипр учиться. Ой, будем надеяться, что наши дети и внуки начнут свой учебный год именно за партой, а не компьютером. Это мы сейчас какой район проезжаем? Мы сейчас в Мезли заезжаем.
Мезитли, а теджи она у нее была, да, так? Да. Чешмели. Чешмели. Ну пока сначала же соли, потом мезитли. Пока соли мы не доехали, потом мезитли. Но я не знаю, где соли начинается. А вот тебе что ли сейчас тогда? Потому что соли вон впереди. Угу. Да, да, вот опять. На дороге надо быть очень внимательным, потому что здесь много шумахеров. Еще когда на Мерседесах, они думают, что им все. Корона на голове. Центр небольшой. Ну то сколько в Мерсине центров? Сарай парк, Соли центр, Мерсин центр, еще форум. Форум и все, три только. Три, да. Да, три. Мне надо тоже сходить, я хочу в Мерсин форум. Там уже скидки, говорят, сейчас на летние товары купить себе кое-что. Вернулась я домой. Мой Ашкым, видно, пришел с базара, купил продукты, то есть овощи и фрукты, фасоль, персики, такие деревенские, помидоры, виноград, черешню. Я быстро уже не могла сдержаться и перепомыла ее. Так, здесь, значит, он купил зелень. Ну, а здесь он купил огромный арбуз. Даже разрезал его. Сейчас попробуем и скажу, вкусно или нет. Сахар. Я его звонила и спросила: Ашкын, ты сделал утюг? Знаете, что сегодня у меня... Вчера испортился утюг, вот этот, то есть включается, он тоже хороший, какой фирмы он, не знаю, но очень хороший. А он говорит, купил утюг, а он сказал, я сделал утюг, показал мне на коробку. Я в шоке. Мой Ашкым купил новый утюг. Какой-то новый-новый. Сейчас мы посмотрим, какой он. Посмотрите. Видите, какой красавец. Это не утюг, а ракета, ракета. Что у него за функции, не знаю. Но новый утюг у нас. Такой красивый, да? Будем пользоваться потом, как это открывается. Ага, открыла. Я еще не могу эти сумки разобрать после деревни. Там немчик мне дала подарки. Ну вот, смотрите. Сейчас покажу вам мою глажку. Вот, глажку. Кто-то звонит. Вот так здесь отвечают, никто не отвечает. Эфендим? Тамам. А, пришли с аптеки. Вот так вот надо нажимать, когда звонят. Слушаешь его, потом выключать. Сказали с аптеки. Я включила вот эту красную кнопочку, открыла ему дверь. Сейчас будем ждать, что принесут моему мужу с аптеку, лекарства приносят. Вот такие лекарства принесли на дом. Аптека приносит каждый месяц моему мужу лекарства.
Такой сервис в Турции, в Мерсине. Посмотрите, Ашки мой пришел. И что принес? Принес сумку, говорит, надоело тащить руками. Швабры принес мне. Швабру принес. Сумку с чанта буюкалдин с Ашкитом. Пошел в шоке. Посмотрите, какие принес нектар. Какой раз странной формы. Вы видите? Это шо це таке? 5 лир килограмм. Взял мару, лама бен башка мару. А, и то взял и это. Мам, шинди, посмотрите, друзья мои. Зейтин алдин. Лимоны взял 5 лир, полкило, 10 лир килограмм. Зейтин. Чантамс. Табики гюзель. Теперь не будем мы ходить одни. А, о, да как, да ха калит или? En kalitesini aldım. Bu 60 Sama. Lira. 50 liraya vardı. 60 liraya aldım. Aşkım, utu ne kadar? Utu 1 milyar. Ha? 1. Ne? 1 milyar. 1 milyar. Sen iyi misin? Ya var 550 ütü var. Aynı ütüler 500 lira, 600 lira. Ama ben beğendim. Milyon stoit utuk. To jest 1000 lir. Ama bu ütü, gel bak göstereyim. Что он вообще? Вы видите, какой он? Все берет качественно. Bu ütüler kireçlemeye karşı önlem alıyor. Kilidi açıyorsun. Çıkarıyorsun. Тут собирается хлорка. Bu burası tutuyor kireci. Nakip, nakip. 15 güne bir temizliyorsun. Diyorsun. Kapatıyorsun. Suyu koydun. O sudan koyma. Çok klima suyu olmazmış. Okudum. O yüzden ben o yüzden bozulmuş belki de. Klima suyu olmaz diyor. Aferin. Ben klima suyu koydum. Komple aktı. Şöyle yapıyorsun. Şurada bir ışık yanıyor kırmızı. Hı hı. Suyunu doldurdun. Bu kırmızı ışık söndükten sonra buharı çalıştırıyorsun. Onun haricinde çalıştırmayacaksın. Hmm. O zaman komple suyu boşaltıyor. Какой-то ум. Şuradaki ışık kırmızı ışık sönecek. Ondan sonra buhar işleme geçiyor. Tamam aşkım, sonra beni anlat. Ben şimdi öyle anlamayacağım. Только на овощи и фрукты он потратил где-то около 50 лир. Мне кажется, это такие интересные, смотрите. Вы видите? Такие я не видела, какие-то они непонятные. Вот он мне заранее спросил, покупать, не покупать. И вот, сейчас я раскладываю по холодильнику, будем кушать. У нас еще остался плов вкусный такой, будем кушать его. Пока у меня там греется ужин, покажу ситуацию за балконом. Так, базар. Вечеру много людей приходит, потому что они дают со скидками все, что остается у них. Я считаю, что он дешевый. Так, а здесь вот... тоже базарчик вещей. Это вторичные вещи. Так, надо белье мне снять. Белье поснимать надо. Это что, бананы там? Посмотрите, как продают бананы. Что делать с ними? Сколько у нас банан в изобилии, потому что они же у нас растут. 5 лир, 5 лир. Вот тащут с такими сумками, выносят, потому что действительно дешево. Ну, посмотрите, все фрукты необходимые, овощи. 50 лир. Килограмм там, наверное, этих маслин 20 или сколько там он взял. И цветы надо поливать потом. Опять балкон надо. В общем, шли мы кушать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.